Всем доброго, хорошего дня, мои дорогие. А сегодня у нас будет аджика, острая аджика. Нам понадобятся перцы, болгарский и острый, помидоры, ну, чеснок и специи. Вот это все, что нам понадобится для аджики. Перцы мы нарезаем крупными кусочками, чтобы потом пробить их в блендере. Также мы поступим и с острыми перцами. Все будем пробивать в блендере. Итак, мы пропустили через блендер перец болгарский, перец острый, а сейчас чеснок. Все у нас готово для того, чтобы собирать нашу аджику. И острый, и болгарский перец, и вот чеснок. Берем томаты, также пропущенные через блендер. И все собираем вместе. Острый перец. Теперь берем чеснок, сюда отправляем. Болгарский перец. Получается очень красивая густая масса. Ну и осталось дело за малым. Добавим специи. Сейчас мы все это тщательно перемешаем. Аджика получается густая, ее можно даже намазывать на хлеб.
Итак, аджику мы перемешали. И теперь добавляем столовую ложку соли со специями. Специи вы можете использовать те, которые вы любите и те, которые вы предпочитаете. 2 столовые ложки сахара отправляем в нашу аджику. Но еще я использую красную паприку, красную сладкую паприку. Это для красивого цвета нашей аджики. Цвет будет насыщенный, ярко-красный. Вот такую большую столовую ложку. И опять сейчас тщательно все перемешаем. И будем варить в течение 30 минут. А потом все будем разливать по баночкам подготовленными. Итак, дорогие мои, аджика наша готова. Я ее разлила всю по баночкам. И сейчас она будет остывать, и потом я ее буду хранить в прохладном месте. Всего вам доброго, мои дорогие. Рекомендую вам делать вот такую аджику на зиму. Пока-пока!